13 июля в Махачкалинском аэропорту прошла торжественная встреча нового рейса «Ульяновск-Махачкала» в рамках расширения полетной программы авиакомпании «Нордвинд». Данный рейс станет 14-м прямым маршрутом авиаперевозчика, соединяющим региональные города страны с Республикой Дагестан. И вот наступает долгожданный момент. Лайнер с первыми пассажирами приземляется на полосы. Разрезали ленты и поприветствовали гостей республики заместитель генерального директора, коммерческий директор «Нордвинд» Антон Матис, генеральный директор Международного аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов, статс-секретарь, заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Магомед Габибулаев и представитель туроператор Пегас Туристик. После торжественной церемонии и приветствия гостей представители госструктур отправились в конференц-зал для того, чтобы подробно рассказать о запуске нового рейса и его пользе для горожан. Что такое рейс Ульяновск-Махачкала? Да, некое новое направление, скажем так, да, на нашей карте. Вот. Направление, которое мы открыли в дополнение к рейсам из Казани в Махачкалу, из Самары в Махачкалу, это практически один регион, регион Поволжья. Ну и, собственно говоря, вот и результаты, которые уже продемонстрировал первый рейс, показывают, что спрос на этом направлении колоссальный. То есть мы практически привезли полный самолет на сегодняшний момент. Как отметил генеральный директор Международного аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов, это не первый и не последний рейс. На сегодняшний день уже имеются планы по расширению полетов, также с компанией «Нордвинд». Заместитель генерального директора, коммерческий директор «Нордвинд» Антон Матис подчеркнул, что стоимость билета на прямой рейс не имеет завышенной цены и доступна гражданам Российской Федерации. Соглашение о субсидировании этого направления, вот. То есть маршрут, подчеркиваю, субсидируемый, он поддерживается администрациями двух регионов. Вот. Что, собственно говоря, позволяет создать достаточно комфортные условия для пассажиров с точки зрения цены, ценообразования. Вот. Это некий дополнительный фактор, который будет стимулировать развитие туристического потока сюда, в Дагестан, в том числе. В завершении конференции заместитель генерального директора, коммерческий директор «Нордвинд» Антон Матис вручил представителям госструктур Дагестана благодарственные грамоты за поддержку в открытии данного рейса.